Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! За окном моросит дождь, и мы идем дальше. Вашему вниманию практики «Жизнь на новой земле. Броуновское движение». Читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы продолжим разговор о том, как можно быстрее и эффективнее подтянуть ваше физическое тело к эфирному. И сегодня мне хочется дать вам еще одну медитацию, которая поможет вам почувствовать результаты своей работы. Назовем ее броуновское движение. И вот в чем оно заключается. Для начала вам нужно призвать всех своих небесных помощников и войти в довольно глубокое медитативное состояние. После этого призовите вселенскую энергию плазмы и попросите ее заполнить собою ваши физическое и эфирное тела. И затем представьте себе границу, отделяющую одно тело от другого, в виде тонкой завесы, представляющей собой мелкую сеточку, очень гибкую и подвижную. Она слегка колышется, будто дышит, с удовольствием впитывая в себя вселенскую энергию плазмы. Почувствуйте вибрации этой энергии. Они плотные, сильные, мощные и в то же время нежные, обволакивающие, целительные. В этой медитации вам нужно сосредоточить ваше внимание не на чакрах, а именно на телах, физическом и эфирном, поскольку вам предстоит воссоединить их путем преодоления сеточки границы. Почувствуйте единую пульсацию этих тел, тот ритм, который задала им вселенская энергия плазмы. И только после этого приступайте к следующей части медитации. Представьте себе, как все клеточки вашего физического тела постепенно приходят в движение и словно магнитом начинают притягиваться к сеточке, отделяющей его от эфирного тела. Они легко проскальзывают через подвижные гибкие ячейки этой сеточки, которые послушно раскрываются им навстречу. Одновременно такой же процесс движения к этой невидимой границе начинается со стороны эфирного тела, клеточки которого также устремляются к подвижным ячейкам сеточки. Почему необходимо подобное просеивание? Прежде всего потому, что ваш организм неоднороден. Какие-то части вашего тела здоровы, а значит, его клеточки обладают довольно высокими вибрациями, и им гораздо легче пересечь границу, отделяющую более высоковибрационное эфирное тело от физического. А клеточки больного органа не способны преодолеть эту границу и будут отсеяны по вибрациям. Они не смогут пока притянуться к эфирному телу по закону подобия. Поэтому на первом этапе этой медитации произойдет соединение здоровых органов вашего физического тела с их идеальными эфирными двойниками. И уже на клеточном уровне, что является первым шагом к их полному воссоединению. И так постепенно, исцеляя сначала свое эфирное тело с помощью данных мною ранее практик, вы будете продвигаться дальше, пока не воссоедините уже полностью свои физическое и эфирное тела, тем самым выведя их уже совсем на другой уровень вибрации, что позволит вам трансформировать свое плотное физическое тело в тонкоматериальное. Заканчивайте медитацию тогда, когда почувствуете, что броуновское движение ваших клеточек через границу между двумя вашими телами прекратилось окончательно. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Вы прослушали тему «Броуновское движение». Маленькое дополнение есть на канале «Практики», где собраны в плейлист все последние практики. Дорогие друзья, если у вас не получается сразу, вернитесь к
предыдущим практикам и начните с первых практик. Их не так много. 5, 6. Начните сначала. У вас все получится.